Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стив. Сегодня я хотела показать вам своих улиточек Ахатина ретикулята черноголовых. И для того, чтобы на видео было наглядно видно, что они именно черноголовые, чем они отличаются от других моих улиточек, я для примера вместе с ними взяла для видео свою улиточку Клеопатру. Видеодневничок, который мы вместе с вами ведем еженедельно. Завтра будет очередное измерение Клеопатры. И вот у нас разница между цветом не только головы, но даже и ноги, и оттенка раковины между вот этими улиточками. Насколько чернее, чем у Клеопатры, у этих ретикулят голова. Настолько черная, что даже очень контрастно смотрятся белые зрачки. И обратите внимание, цвет ноги основной. У Клеопатры он почти белый. И вот цвет ноги ретикуляты черноголовый. Можно сказать, он коричневый. Сегодня снимаю такое вечернее освещение искусственное. Поэтому камера не очень, возможно, передает. Но он действительно коричневатый. У Клеопатры он скорее телесный. Он не белый, конечно. Но... Вот цвет Клеопатры. Голова у Клеопатры, ну, можно сказать, темно-темно-серая. И вот редька черноголовый цвет на ней. Даже, скажем, ну, я замечаю, может быть, видеосъемка из-за освещения не очень передает, но даже цвет самой раковины, вот эти прожилочки у Клеопатры белее, чем здесь. Между черными. Здесь тоже потемнее на этих ретиках черноголовых. Мне очень нравятся такие яркие ретики. Очень-очень черноголовые. Если вам тоже понравились мои питомцы, Ахатины ретикуляты черноголовые, ставьте лайки. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить другие видео с нашими улиточками. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Завтра, как обычно, спустя неделю, будем продолжать вести дневничок роста улиточки Клеопатры. По просьбе нашей подписчицы Энни Джи передаем ей приветик, как я и обещала, при съемке свежего видео про улиточек. Передаем привет Энни, которая тоже увлекается улитками. Энни, тебе привет от Ахатин ретикулят черно-черноголовых. И вот наша улиточка Клеопатра на фоне этих черноголовых улиточек. Она смотрится просто светло-серенькая и почти беленькая. На эти маленькие уголечки.
красивые эффектные улиточки. На фоне которых Клеопатра просто альбинос. Не обижайся, Клёпа, ты тоже красавица. Задумались ретикуляты, смотрят друг на друга. На этом будем с вами прощаться. До новых видео, до новых встреч на канале питомника Марини Стик.